Всем Грэнни 2. Я сегодня вам покажу Носферату и лодку. Оказывается, дед ее уже перенес на главный этаж. Давайте стартовать. Так, и мы сейчас будем искать лодку. Для начала мы сходим к осьминогу. Может быть, у нас в игре две лодки? Но я думаю, она все-таки одна. И она находится у главной двери. Дед решил ее оставить там, чтобы я никуда не уплыл. Смотрите. Осьминог. Лодки нет, реально. Лодки здесь нет. Ух ты, зато есть лом. Мы сейчас достанем шокер, я так думаю. И сразу успокоим деда. Так, он, конечно же, глухой. И смотрите, что у нас заграждает нам весь обзор. Это лодка. Вот. Смотрите, у нас реальная лодка. Вот, даже нажимаем. I need a spark plug. Нам нужна свеча зажигания. Дед схитрил и перенес ее сюда. Он думает, что мы не выберемся из дома вообще никак. Ух ты, сразу же ключ от лодки есть. Вау. Нам нужно устранить деда. Ёкарный вышин. Так, кстати, а давайте возьмем у него ключик. Что, все видели? Он полетел просто. Так, где мой ключ? Но это не ключ зажигания, это ключ от секьюрити комнаты. Пускай меня. Я считаю, с бабкой такой мод смотреть как-то не очень. Они бы мне вдвоем мешались. Пусто. Смотрите, Ташер уронил ключом. Так, ну нет, давайте я вам сначала покажу Носферату. Он у нас находится рядом с фортепиано. Дед еще даже не исчез. И вот, смотрите, Носферату. Вау. Так, я прям в руках держу, смотрите. Бам! Я его могу бросать, и мы его можем посмотреть. Так, как же тебя мне поставить? Специально сделал это дополнение в основном из-за него. Так как мы его видим какие-то считанные секунды, и он потом исчезает. Видите, я его в руках держу. Вот он. Так, давайте его посадим на диван, как будто бы он смотрит телек. Ах ты. Это почти нереально. Вау. Он может деду помешать спать, я считаю. Так, так, так. Его надо как-то красиво поставить. Вау. Вот это шедевр. Смотрите. Он даже слегка крутил ногами. Смотрите. Акробат. Носферату акробат. Фантастика. Как у меня это получилось, я не знаю. Так, готовим убежище. Ну-ка, Пэдлок. Опять-таки его нет. Это очень редкое место его. Дед ушел. Мы его, кстати, вообще не боимся, он глухой. Но давайте заодно все откроем. Потому что будем сегодня пытаться уплыть на лодке. Не знаю, получится или нет. На такой лодке я точно никогда не уплывал. Чтобы она у нас стояла у главной двери. Где может быть дед? Так, его здесь нет. Смотрите, он в комнате security. Все спалил. Сейчас получит заряд. Да на! Так. Получается, он нам, в принципе, открыл дверь. Ура. Тут, конечно, еще один Носферату есть. Он нас особо это не интересует. Потому что у нас есть тот, который вечно может быть с нами. А не исчезает предательски. Так. 1, 2, 3, 0. Просто ничего нет. Ну-ка. Так, даже руля нет. Хорошо, все здесь оставляем. Виапон кей нам не нужен. Мы уже все сделали полностью. Кстати, нам пригодится лом. Обязательно. Ничего себе, лодка реально перенесена. Сейчас проверим, вообще ставятся в такую лодку какие-либо предметы. Ух ты, газелин здесь. Пусто. Хорошо, ну-ка, что здесь? В часах ничего нет. Ну, Носферату просто акробат, молодец. Он нас не подводит. Я свеча зажигания. Первую, значит, тестируем ее. И... ставится, класс! Реально, все работает. Сейчас побежали за канистрой. Какую даже превьюшку-то делать, я даже не знаю. С Носферату или с лодкой? Смотрите. У нас Носферату реально акробат. Бам! Вау!
Это просто шедевр. Заправляем лодку также здесь. Но нам в нее будет сложно залезть. Ведь мы должны ключ зажигания повернуть, находясь прямо в самой лодке. Если дед очнется, он, конечно, побежит резко ко мне. Прикол, да, лодки там нет. Там дурлок. Кстати. Давайте дурлок навесим на вот эту комнатку. Потому что у деда один из респаунов вот здесь. Всякое бывает. Вдруг нам повезет. И он будет появляться именно в этой комнате пыток. Вау. Да и ладно. Хорошо, что закрылся. Пэдлок, yes. Мы его, конечно же, применяем. Но мы его применяем в самом низу. Вот в чем курьез. Так, я спалился. Как необычно видеть это место без лодки. Кстати, можно даже так показать. Во, прикол, вот такую превьюшку сделать. Выкинем ключ. Типа, куда исчезла лодка? Дурлок берем. Yes, закрыл. Так, он уже, кстати, ломится. У нас есть Виапон Кей. Он нам не нужен. Кстати, что мы еще не нашли? Мы еще не нашли кусачки. Кстати, они знаете где? Они, скорее всего, находятся вот здесь. Бам! Вот это лайфхак. Просто мирового уровня. Если сейчас дурлок отпадет, нам конец. Мы деда будем сейчас усмирять снова. Так. Кстати, что у нас за картиной? Ничего. Все, реально прям повял. Все. Мы деда не боимся. Берем кусачки. И поднимаемся на второй этаж. На второй этаж относительно этого этажа. Давайте даже так говорить. А то тут с этими этажами запутаешься. Тут непонятно, какой считать первым. Так, что у нас здесь руль? Что? У нас просто ручка. Так, он может не исчезать уже? Нет, исчезает. У нас просто ручка там, представляете себе. А где тогда руль? Я как будто бы пропустил целую комнату. Руль бывает в комнате с дробовиком. Скорее всего, он здесь и есть. Да. Так, дробовик выкидываем. Руль ставим прямо на главном этаже. Вот это да! Так, все есть, похоже. Кстати, я вам хотел показать прикол. У нас газолин Кен полностью израсходован, как вы видели. И где наш Носферату? Сейчас шмальнем по газолин Кену, который типа пустой. Бам! И Носферату опять у нас акробат. Так, все. Сейчас давайте пробовать уезжать. А, кстати, давайте его с собой захватим. Всякое бывает. Нас же все равно, скорее всего, вернут в канализацию. Так. Его сюда, к себе. Кстати, я по нему должен был залезть. Да. Берем бот Кей. И по его руке забираемся. Так. Давай, залезай. Ух ты, yes. Берем его с собой, так. Да, давай, оставайся со мной. Ну, хорошо. Да, хотя не хорошо. Так, Носферату. Вау. Yes. Носферату прям в лодке. Давайте попадемся специально деду. Где он там ходит? И перед ним в наглую уедем. У нас же все есть свеча. Пэдлок я использовал. Руль стоит. Газолин Кен мы использовали. Так, молодец, сейчас придет. И мы реально уплывем с Носферату. Смотрите, я, получается, могу смотреть в любую сторону. И потом нажать Start Engine. Так, 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 уплываем. Что? Yes! Нас переместили в канализацию, фантастика. Так, а где Носферату остался? Ну, это была, конечно, жесть. Мы смогли обдурить деда и провалились под пол. А он думал, что мы не уплывем на лодке. Всем спасибо за просмотр. Я расшарю файл в общий доступ, если мы наберем 3000 лайков под видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.